На канале все про ставки. В сегодняшнем ролике я покажу вам новую стратегию на игру Гараж. По ней я буду играть в букмекерской конторе Melbet, потому что здесь отличная отдача выигрыша и стратегии тут заходят просто на ура. Ссылку оставлю в описании, а в закрепленном комментарии вы сможете найти промокоды и бонусы в размере 6 500 рублей при первом пополнении счета. Также я вам хочу посоветовать очень интересный и новый канал «Все про 1x Games». На нем периодически выходят ролики со стратегиями от подписчика, ну и также там скоро будет конкурс, поэтому подписываемся, чтобы не пропустить это событие. Также, конечно же, подписываемся и на наш канал, ставим лайки и пишем комментарии. Итак, ну а мы переходим к нашей стратегии. Значит, смотрите, что мы должны делать. Мы ставим минимальную сумму ставки и должны выбрать какую-то из сторон. Допустим, я выберу левую. Мы должны сейчас сыграть 5 раз с одной и той же стороны. То есть главное тут запоминать, сколько раз выиграли, сколько раз проиграли. Давайте, потом объясню почему. Как только сыграем 5 раз. Так, пока что 0-1. Сначала называю выигрыш, а потом поражение. Так, играем во второй раз. Одна победа, одно поражение. То есть 1-1. Третий раз открываем. 1-2. Четвертый раз открываем. Так, 2-2. Ну и играем в пятый решающий раз. Так. Ага, 2-3. Смотрите, если у нас оказалось из 5 игр поражений больше, то мы ставим большую сумму. Я лично поставлю 1000, потому что я так рассчитал свой банк. И, значит, ставим большую сумму и идем на противоположный ключ. Но если бы у нас было больше побед, то мы ставили бы на тот же самый ключ. Большую сумму. Так, сейчас у нас было больше поражений, то есть мы ставим на правый. Так, поражение, ничего страшного. Делаем просто удвоение. Угу, с одного удвоения у нас все получилось, отлично. Итак, давайте играем еще раз. Справа откроем. Так, 0-1, то есть. Так, 0-2. 1-2. Открываем четвертый раз. 2-2. Неужели у нас победа окажется больше, чем поражений? Ну, я вот не особо верю. Да ладно. Это то, что называется камбэк. Вот. Так, давайте ставим 1000 и теперь идем на против... Ой, нет, мы же больше выиграли. То есть мы ставим на этот же самый ключ. Ага, снова удвоение нам понадобится. Ну, надеюсь, что одно. Скорее всего, одно. Нет, еще одно удвоение делаем. Нажимаем на правый ключ. Хорошо. Со второго удвоения у нас стратегия опять заходит. Давайте, ребята, играем последний раз. Давайте снова правый нажмем. 1-0. Так, играем во второй раз. Так, две победы пока что. И 3 победы. Ну, тут уже все понятно, но давайте все же, ребят, доиграем. 5 раз нужно доиграть. 4 победы. Ну, мне кажется... Угу, да, я хотел сказать то, что, мне кажется, в 5 раз не выиграем. Так и случилось. Все, ставим 1000 и нажимаем сейчас, получается, на тот же самый ключ. Потому что у нас было больше побед, чем поражений. Так, удваиваем. И опять с одного удвоения у нас заходит стратегия 3 из 3, и это получается на 3000 мы в плюсе. Да, с удвоениями, но никто не гарантировал то, что все будет с первого раза. Это совершенно нормально, то, что мы удваиваем, поэтому стратегия хорошая, играйте. Вот, играть можно в BK Melbet, повторюсь, ссылка на которую будет в описании, а промокоды будут закреплены в комментарии. На этом все, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!